Судел BC204 2012 года, представил. Будем производить замену руля. Сейчас руль стоит вот такой. Активированное меню. Гелики, все дела. Руль без лепестков будем устанавливать с лепестками. Оставай руль. Показывай мне. Слышь, он руль доставай, покажи. Он в этом. А, ну в кресле. Да. Он без подушки у тебя? Подушка об этом. Покажи. Видим руль. Новый абсолютно. Практически. Будет машины. Лепестки. Будем устанавливать этот руль. Активировать лепестки. Переверни в другую сторону. Возьмем один большой под. Сразу все практически. Подушки тут и кнопки. Дырки. Дырки есть. Уже кто-то их протыкал. Постоят по длине? А я не знаю, тут надо зацепиться, главное. Тут не по длине, а поймать ее. Как это все сделать? Ты на том руле сначала потренировался, там же снятый руль. Вставляем отвертку. Смысл такой, что нужно, вот видите, шевелиться, да, надавить на вот этот вот усик. И тогда подушка выйдет из зацепления. Ну все, пробуй. Ты что, заболел что? Да, аллергия. Тоже похоже, надышался, блин. Что-то до хера получилось. Да, все. Тоже руль снимали. Конечно, снимали. Болт он, видишь. И дырки были в нем. Тут хоть не обманка. Все то же самое. Разъем снимай. Две защелки. Одна, вторая. Сними так. Заглушечки небольшие тут есть сверху. Вот. Здесь и здесь. Вот. И снимаем вот эти штуки. Отверточкой поди. Это же отверточка есть. Вот. Все, они обычно легко вынимаются. Так, теперь они здесь вот сюда вставлены. Да. Вот видно направляющие, которые встанут в шлейф руля, аэрбэга, лента. Да, ну, вставляем шнур, вот этот руль. Все, лови направляйки сначала. Потом руль по меткам. Так, направляй. Да, они, в принципе, пойманы. По-другому ты не вставишь тут его. Ну. Что он? Давай, вставайся. Вот. Вот. Ты что? Все, давай, насаживай его туда потихонечку. Вот, до конца насаживай. Все, он до конца не сел. Дальше некуда. Нет, не до конца он сел еще. Как не до конца? Все. Вот он, как нет. Вот теперь это болтом он, сейчас затянешь. Он болтается так. Он так, ну, вставь сразу разъем, чтобы он не мешался. Все, давай болт. Блин, надо было провод убрать. Вот видишь, под провод. Чё? Или это не провод вот этот?
Эта штука где была? Вот там? Вероятно, она там была. Кстати, Серега, тебе этот аккумулятор ЭГМ-овский маленький нужен куда-нибудь? Ну давай заберу, если тебе не нужен, мне пригодится. Дома что-нибудь подключать. Я его всем предложу, уже Шурину на дачу не надо никому. И никому не надо? Конечно, заберу, давай. Так. Крути, крути. Он говорит, да. О, он меньше. Теперь ты на. Угу. Затяни. Не. Щелкнуто. Ну, подушечку вставляем. Все. Зажигание включай. Ну, проверяй работу кнопок. AMG. Тут потом будешь снимать это, давай. Вот кнопками пробуй, переключение работает? Да. Лимиты работают, кнопки переключают. Все отлично. Завожу? Да, конечно. Пробуй на лепестки нажать. Сейчас, подожди, видно. На лепестки? А что будет? Ничего не будет, попробуй переключать там режим. Лепестками ничего не получается. Ну, драйв поставь, кнопку на тормоз. Подожди. Нажми. Кнопки работают. Ага. Все работает. Руль гораздо приятнее, сразу прям. Ага. Намного. Ну, все, так, теперь ты. И AMG-шный режим, где видно передачи. А вот теперь попробуй лепестками переключить. Ну, лепестки не активны. Да, вон, сейчас. D1, угу. D2, D3. Ну, все, у тебя уже не надо ничего активировать. Только, сейчас только закодируем ручной режим. Ну, потому что коробка плата уже современная, 0.4.0.3 версия. И лепестки кодировать не нужно. Сейчас активируем ручной режим. И все. Запускаем наше видео. Подключаемся для изменения кодировки режимов коробки передач. Нам нужно включить режим М ручной, так как Агилия уже было закодировано. Якут выбираем. Выбрать ЦПФ. ГГС НАК, вторая коробка у нас. Подключаемся, разблокируем. Версия блока софтами. Кодируем. SCM вариант кодируем. Вот наша строка. Копируем строку. Не забываем подписываться на наш канал, ставить лайки, писать комментарии. Скидываем в трей наше программное обеспечение. Запускаем наш GearTool калькулятор. Выбираем VGS NAC 2 0.4.0.3 версию. Вставляем сюда строку.
и активируем режим. Можно и без калькулятора, конечно, это сделать, но здесь просто на наглядном примере показываю, как работает калькулятор Геартур Сергея Кленова. Вот у нас готово. Копируем строку. И вставляем нашу готовую кодировочную строку. Все у нас закодировано. Делаем reset блока. И наслаждаемся работой коробки всех ее режимов. Переключай режимы. Вон кнопкой. S, A, M. Вот, все. Ручной режим закодирован. Ну что, это заводи теперь. Разберешься. Включу это. Потом снимешь, потом давай. Заводи. Запись же я делаю, но. Вот, на педаль нажми, переключи в этот режим и посмотри, что переключается у тебя лепестками. Да. Видимо, надо поехать. А, ну да, тут же в ручном режиме, да. Так не переключишь туда. Пока нет. Осторожно. Ну все, в общем, работает. Я думаю, будет работать. Режим. О, переключилась на второй. На третью пока не переключает, потому что скорость не позволяет. Понял? Угу. Конечно. Ну-ка скинем на это, на первую. Ну, работает, в принципе, чё. Здесь слева тротуар идет по дороге. Ну, так хочется и... Да, конечно, работает. Да, но где-нибудь. Сейчас, конечно, оно в М-режиме ещё лучше, чем на Агилите. Да? Ну, конечно. Ты как на ручке-то никогда не ездил, что ли? Видишь, какая скорость переключения, бля? Классно. Ну, я тебе говорю, покатаешься потом по кайфу. Направо-то поверни. Кружок даже дает. А когда я просто тормоз нажимаю, оно сразу автоматом на первую сбрасывает, знаешь? Не всегда, на вторую может. Первый. Зачем ты первый? Это я ты ничего сейчас... не делал. А, ты сделал, ты просто переключил. Ну, может, и на этом быть. Это солнце нихуя. Разгоняешь мотор, так переключаешь раньше времени. В этом же и кайф. Блин, пинок какой. Потому что ты переключаешься неправильно. Чего неправильно? 4000 довел, переключился. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч.